Доброго времени суток, уважаемые гости, подписчики моего канала. Я приветствую вас на канале Таро Путь Колесницы. Хочу вам предложить посмотреть видео, его мысли, что он думает обо мне, его мысли, его истинные чувства к вам и то, как он планирует действовать. Боже, выскакивает уже, торопится. Расклад у нас будет общий, позиция одна, поэтому смотрите начало. Если есть резонация, тогда продолжайте смотреть дальше. Если резонации нет, смотреть не обязательно. Тем более там клацать дизлайки и прочую такую ерунду. Ну, можете, конечно, это делать. Но понимаете, если звучит вам что-то не так, возможно, это просто не ваш расклад. Подумайте о своем человеке, настройтесь на него. И давайте будем смотреть. Так. В каких энергиях находится человек? Мысли, его мысли о вас, его мысли о вас. Расклад действует в тот момент времени, когда вы его смотрите. Даже если он вышел год назад, и он только попался вам на глаза, вы решили его посмотреть, он работает для вас именно сегодня. Его мысли о вас. Его истинные чувства к вам. Его истинные чувства к вам. Как человек планирует действовать? И как человек планирует действовать по отношению к вам? По отношению к вам. Как он планирует действовать по отношению к вам? Так, в каких энергиях находится сейчас человек? Очень интересная ситуация, да, знаете, такое сплошное отрицало. Иногда так бывает, когда человек так проявляется, когда он пытается что-то доказать обратное, да, на самом деле это так, да, то есть он говорит, я не закрываюсь, я совершенно не закрываюсь, нет-нет-нет, я не закрываюсь, я не блокирую, нет-нет-нет, я не блокирую, и я не вспоминаю. Понимаете, то есть сейчас для данного человека важно не закрываться, не блокировать и при этом не вспоминать. Давай так, что ты не закрываешь? Скажи, пожалуйста, что ты не закрываешь? От чего ты не закрываешься, от чего ты не прячешься, от чего ты не закрываешься? И сердце мне говорит, нет, не разбито, нет, совсем не разбито, не-не-не-не, вообще сердце не разбито, нет, никак. А что с тобой там происходит? Я победитель, я молодец, я знаю, куда мне двигаться, я знаю, как мне двигаться, все хорошо. Блин, что я тебе не верю? Так, расскажи, пожалуйста, на самом деле, что там с тобой происходит, а? Что на самом деле с тобой происходит? Очень медленно человек идет к каким-то своим целям.
вышел из этапа воспоминаний, да, вышел из этапа сердечной боли, вышел из этапа, когда он закрывался, действительно вышел, и сейчас медленно над чем-то трудится. На чем ты трудишься? На чем ты трудишься сейчас? Нет, я не думаю о бывшей ни капельки, понимаете? Не будем сейчас туда углубляться. То есть суть в том, что человек, по сути, занялся работой, да, занялся каким-то трудом. Он потихонечку там написал какие-то планы, какие-то стратегии, да, но человек действительно недавно переживал какую-то сердечную драму, в которой он закрывался, в которой он сидел в воспоминаниях, да, то есть вот это моменты перевернутых карт нам показывают о том, что это было, но сейчас человек из этого вышел, но он нам показал о том, что это было, вот недавно в состоянии это было, это нам, вам помогает, ну, по сути, это наша сигнификация, да, человека, чтобы понять, он не он, да, то есть у нас речь идет о том человеке, который недавно переживал, недавно закрывался, и недавно переживал какую-то сердечную драму, сидел в воспоминаниях. Вот сейчас он из этого всего вышел в работу, в какое-то такое спокойное рабочее состояние. Так, если человек ваш, продолжаем смотреть дальше. Если не ваш, смотреть совершенно не обязательно. Договорились? Мысли. Его мысли о вас. Его мысли о вас. Смотрите, он говорит, а у нас могло бы что-то получиться. А у нас могло бы что-то получиться. Довольно-таки хорошие отношения, которые могут развиваться. Он думает о том, чтобы развивать с вами отношения. Он хочет к вам проявиться, он хочет вам написать что-то. Но он не чувствует сейчас, вы знаете, вот такого потока любви на эти действия. Нет такой энергии, да? Ты хочешь развития отношений со своей, с этой девушкой, да? Скажи, ты хочешь развития отношений с этой девушкой? Да, говорит, но потихонечку. Он не хочет каких-то резких движений. То есть потихонечку, девочки, по умеренности. И что, ты уже там планируешь что-то ей написать или что? Не то чтобы он прям уже выбрал это действие, нет. Но ты хочешь общения с ней? Говорит, я еще к этому вот, ну, не пришел. Прям мне еще гром не грянул, не сказал, что уже пора. Хорошо, а о чем тогда этот пажик? Или ты себя чувствуешь таким мелким рядом с ней? О чем это? Ну, нет. Так, тогда сам скажи, о чем нам этот паж, да? Что ты хочешь сказать нам через этого пажа? Бороться не хочешь. О чем паж? Не чувствуешь какой-то ты там справедливости, да? Слушай, как много ему хочется сказать, девочки, не знает, за какую эту потянуть. Ты сейчас трудишься, ты трудишься над этими отношениями, ты готов трудиться и вкладываться в эти отношения, это об этом? Нет. Ты видишь, что девушка готова трудиться и вкладываться в отношения? Ты видишь, что девушка готова трудиться и вкладываться в эти отношения? Угу. Да, девочки. Он видит о том, что если вы будете вкладываться в эти отношения, то он, ну, как бы у вас может получиться довольно-таки хороший союз, который будет развиваться. Но он хочет, чтобы вы тоже, знаете как, чтобы вы там подумали на том, как их развивать, как там с ним взаимодействовать. То есть он хочет увидеть и ваш вклад в эти отношения. А что сейчас с твоими чувствами произошло? О чем туз перевернутый? Что сейчас произошло с этими чувствами? Девочки, ну из-за того, что, да, то ли вы там поссорились, то ли как бы он видит вас какой-то злой, вот прям у него, знаете, как вот прям эмоции уходят, у него прям как чувства прям угасают. Женщина погасила твои чувства?
Ну да, я такой опустошенный, я сижу, говорит, не знаю, что делать и не знаю, как выйти с этого состояния. Чувствительный у вас человек, очень чувствительный, видите как. И вы ему важна, потому что он думает, да, ему хочется развивать эти отношения, но он понимает, что он сам не вытащит, да, то есть как бы мысли такие здесь идут. Так, хорошо. А что ты чувствуешь на самом деле к своей девушке, как этой, вот, которая смотрит сейчас тебя? Такие весьма интересные здесь чувства, да. То есть он чувствует, знаете, что. Но, девочки, он даже может думать о браке, я могу вам так сказать. Чувствует, какая-то большая есть справедливость в ваших отношениях, да, вот что прям высокий уровень какой-то справедливости, что так правильно. Он чувствует, что он победитель, что вы могло бы быть стабильным. То есть есть чувство, если мы говорим именно о чувствах, да, знаете, то есть чувства какие-то, они справедливые, согласно обстоятельствам, которые у вас, да. При этом у него есть радость к вам, да, он когда вас вспоминает, у него на сердечке радость, ему хорошо, у него есть энергия, у него есть бодрость. И здесь нет, нельзя сказать, что ваши отношения не только на сексе связаны, нет. Здесь как бы страсть, она есть, но она на втором месте, она не главная. Он не чувствует себя зависимым от вас, и он чувствует, что он победитель, что он молодец. Ну, как бы ему это дает радости много здесь в этих чувствах, понимаете? Так, вот это вот суд, да, то есть какое-то справедливое у тебя чувство. Ну, как это понять? Скажи мне, подскажи мне, что это за суд? Суд и чувство. Ну да, он говорит, крышу у меня от нее не сносит. Крышу у меня не сносит, да, знаете, здесь чувства могут быть выверены на, когда вот человек, не то, что там, знаете, как увидел, молния шандарахнула, и все, и ты влюбился, не знаешь кого, но у тебя крыша рвет. Нет, здесь другие чувства. Здесь чувство такого глубокого уважения, какого-то глубокого понимания, то есть чувства более спокойные, более выверенные, более глубинные. То есть это не резкие, не поверхностные вот эти вот эмоциональные качельки. Нет, здесь более такие, знаете, вот недавно одна моя подруга сказала за своего мужа, как-то так, они уже живут, ну, довольно-таки давно вместе, и она такую фразу как-то, вот она о нем так хорошо, мягко отозвалась, я говорю, слушай, ты так говоришь о своем муже, она, ну, конечно, это же мой родной человек. Вот знаете, вот здесь вот какое-то такое, да, здесь глубинная, глубинная радость, глубинное уважение идет. Так, о чем еще нам вот эта четверочка говорит? Да, вот, девочки, понимаете, спокойно, гармонично, хорошо, совершенно, вот прям такие очень, очень такие глубокие, теплые, взвешенные, приятные чувства. Состояние совершенности рядом с вами и у вас, и вместе, понимаете? То есть очень так интересно. Так, и по дьяволу ты не привязан, я тебя правильно понимаю, да? Да, нет вот этих резких перепадов, нет какого-то там подавления, то есть женщина мной не управляет, женщина меня не подавляет, здесь по-другому, здесь совершенно другая база идет в начале, понимаете? Так, хорошо, ну что ж, скажи тогда, пожалуйста, как ты планируешь действовать по отношению к своей девочке? Девочки, ну здесь мужчина однозначно готов проявиться, появиться, безусловно. То есть он говорит, я примчусь при первой же возможности, буду мчаться к тебе быстро, ты только подожди, да, то есть есть то ли у него какие-то дела, то ли по работе связаны, потому что он говорит, у меня сейчас нету стабильности, у меня сейчас нет стабильности, но как только у меня появляется стабильность, чуть-чуть подожди, я обязательно сразу к тебе примчусь, потому что я хочу к тебе свидание с тобой, то есть у меня есть движение тебе, то есть, ну, как бы у мужчин в планах все, к вам проявиться
Проявиться, короче. Так, а чего ждем-то? Скажи, пожалуйста, чего мы ждем? Чего мы ждем, чтобы мы хоть понимали, да? Что ты там, чего мы ждем? Пока силы будут. Сейчас нет сил, да? Почему нет сил? Почему нет сил? Нет такой энергии, чтобы ух и примчаться, да? Что-то как-то как пажик наблюдает. А где силы брать будешь? Где силы брать будешь? Слезу, как бы состояние сейчас такое, что он как бы связан по рукам и ногам, он не может особо двигаться, понимаете? Начнет делать какое-то свое дело, почувствует себя, что он управляет ситуацией, сразу приезжает. Сейчас он не управляет ситуацией, сейчас он просто не может, девочки. У кого-то человек просто физически, такое ощущение, что у кого-то человек на расстоянии, и просто физически он не может к вам приехать. У кого-то человек настолько сильно занят, что вот он просто действительно не может приехать, потому что очень хочется приехать, но с одной стороны нет сил, и с другой стороны есть прямо физические ограничения, которые его не пускают. Начнет он, когда владеть ситуацией, начнет, когда владеть ситуацией, сразу к вам приезжает. Так, ну, хочется спросить, и долго нам этого ждать? Знаете, здесь нет такого однозначного ответа, потому что кому-то вообще ждать не надо, но раз, и как бы само собой сложится. А у кого-то идет такое, что абсолютно нет однозначного ответа. У кого-то вот просто обстоятельства сложатся, у кого-то, что мужчину переклинит, что все уже пора, все уже не могу ждать, уже пофиг на все, развернулся и пошел, понимаете, просто потянет в вашу сторону, на все плюнет и приедет. Хочу спросить все-таки, почему ты там связан по рукам и ногам, что тебя не пускают? Что тебя не пускают сейчас, девочки твои? Ну, нет стабильности у него, девочки, нет стабильности, нет стабильности, чем я не знаю, с чем связана эта его стабильность, но какие-то у него есть обстоятельства, которые просто выбивают почву у него из-под ног, связывают его по рукам и ногам, из-за которых он не может к вам приехать. Понимаете, нету даже сил, нет стабильности. То есть он говорит, подожди, пожалуйста, я обязательно решу свои задачи и сразу к тебе приеду. Ну вот так, девчонки, вот так, подождите, приедет. Я желаю вам хорошего дня, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, буду очень вам благодарна за любое ваше действие. Всем хорошего дня, пока-пока!